Уважаемые пчеловоды, предлагаем пример создания листа вощины сразу на рамку Дадан. В данном случае исключается операция наващивания рамки. Рамку с проволокой кладем на пресс и заливаем туда расплавленный воск. Расплавленный воск заливается равномерно по всей площади рамки. Затем закрываем крышку, можно слегка прижать. И 1-2 минуты подождем, пока остынет воск. Лист вощины остыл. Теперь приподнимаем крышку и начинаем аккуратно приподнимать рамку вместе с листом вощины, чтобы она отошла, а потом поднимаем ее полностью.